комиссия по ЖКХ утвердила, и бюджетная комиссия утвердила. Лично я разговаривал с Андреем Федоровичем, просил прийти на сессию, поддержать, он мне обещал. Дальше комментариев у меня нету, просто почему его здесь нету, я не могу ничего сказать. Ну, а с другими депутатами? Для предприятия это может, если заказчик. Дело в том, что все сами приборы учета у нас на складе, с логотипом Мелитополь и так далее. И сейчас действие, допустим, того же поставщика, он действительно может. В суд есть такое в договоре, и могут подарить столько счетов. То есть, давайте, все, что с этим связано. Давайте разберемся в конкретности ситуации. Так как водоканал – коммунальное предприятие, у депутатов, у городского совета, у исполнительной власти есть возможность из городского бюджета поддерживать водоканал на пополнение уставного фонда из бюджетных средств. То было и сделано. Из бюджетных денег были выделены средства на закупку счетчиков. Во время проведения тендерной процедуры законодателем было изменено стоимость малооценки с 2000 гривен до 6000 гривен. И сегодня казначейство не пропускает из бюджета развития нам этот платеж. На сегодняшний день поставщик, который победил тендер, идет в суд и говорит, если вы мне оплачиваете счета с бюджетных денег, мне все равно откуда поступят деньги, пожалуйста, будьте добры, оплатите со своих. Что означает со своих? Все мы с вами платим за воду в наших домах. Эти деньги поступают на текущий расчетный счет водоканала. Деньги тратятся на электроэнергию, заработную плату, на полностью содержание технологического процесса для водоканала. Именно этот счет будет заблокирован. Следовательно, мы не оплачиваем заработную плату на водоканале, мы не оплачиваем электроэнергию, и у нас рождается тот же коллапс, который на сегодняшний день есть с теплосетью. Вот и все. Вот. То есть это была задача депутатов, которые не пришли тогда в таком случае? Я не знаю, какие задачи, цели они преследуют. Я говорю как официальное должностное лицо, с какими сложностями мы столкнемся. На сегодняшний день 6 миллионов долларов было энерго по теплосети. И на сегодняшний день у нас может быть такой же коллапс с водоканалом. Вот и все. В бюджете деньги есть. Мы нашли, изыскали деньги в бюджете. Мы можем сделать переброску. Для этого всего-навсего нужно голосование депутатского корпуса. Ни больше, ни меньше. Все.